тебя есть выбор. Либо сейчас обратно в УАЗик и в тюрьму, либо я даю тебе вот этот бутиковый отель, и ты через год его выводишь в плюс. Это Лариса Никитична. Что вы делаете? Беру отчеты. Зачем? Посмотри по скану, женатик или нет? Я и так знаю, женат. В отеле снайпер! Я такие вещи копчиком чувствую. Ты уволен. Забирай бабки и вали. А вы жесткий. Из моего номера, из моего сейфа украли планшет, а вы не переживайте! Может, он душевно больной, и это просто его иллюзия? Все-таки я гений. Хуй амбазатный мужчина. Хомяк на базе. Всем конец. У нас дом горит, а вы его тушите из стакана. Мы должны знать каждого клиента в лицо. Хороший отель, ни одного жучка. Да я вас землей закопаю. Мальчик, займись чемоданами. Мальчик? А если отшлепать? Девчонки хорошие. Отдай сосуд! Добрый день. Это фигня какая-то, а не комплимент. Это не серьез. Здесь нет ни ценностей, ни купюр. Все, не переживай. Нас не так учили. Это наша работа. Смотрите сериал «Записки отельера Гельвеция». Эксклюзивно в ОККО с 19 мая.